За неправильную парковку на нескольких улицах города автолюбителей начали не просто штрафовать, а эвакуировать машины. В ночь с 28 февраля на 1 марта совместно с сотрудниками ГИБДД на штрафстоянке было эвакуировано 4 автомобиля. Транспорт находился на улице Репина под знаком «Стоянка запрещена» с информационными табличками «Работает эвакуатор». Были эвакуированы автомобили марок Audi, Ford, Kia и Renault. На нарушителей правил дорожного движения инспекторы ДПС составили административные протоколы. Наполним табличку «Работает эвакуатор» под знаками, запрещающими стоянку или остановку, уже поставили на улицах Полбина, Робеспьера, Репина и Верхнеполевая. Как заявили в городской администрации, из-за припаркованных неправильно машин снегоуборочная техника не может убрать снег. В микрорайоне Репина, к примеру, на участке от улицы Скачилова до бульвара Архитекторов автомобили припаркованы местами в 2-3 ряда. Это мешает не только дорожникам, но и местным жителям. Аналогичная схема будет действовать на улице Полбина между Октябрьской и Терешковой.